Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале «Голос правды» и с вами я, его ведущий, Олег Бурылов. Как-то у президента Российской Федерации Владимира Путина спросили, в каком историческом периоде вы бы хотели жить? Он сказал, сегодня. В прошлые времена все мои предки были крепостными крестьянами, а я президент. Так он похвастался. А мы, все люди, которые живут на территории Российской Федерации, оказались сегодня даже не простыми крепостными крестьянами. Мы уже превратились в рабов. Мы кругом должны. Мы должны деньги. Мы должны кредиты, ипотеки, мы должны платить налоги, мы должны защищать это гнилое государство, отдавать своих детей в их крепостную армию, где над ними издеваются, насилуют их, убивают их. Мы кругом должны. А государство нам, заметьте, ничего не должно, как сказала некая чиновница Ольга Голодских. Мы вас не просили детей рожать. Это ваше решение. Знаете, я тоже рад, что живу в сегодняшнее время. Мы живем в великое время. Мы можем прекратить все это издевательство, всю эту смуту, что терзает наше Отечество уже десятки лет. Эти грязные политики развалили в свое время Советский Союз. Хотя большинство населения Советского Союза было против развала страны. И эти политики даже не удосужились сделать документы, подтверждающие статус стран. В интернете постоянно всплывают факты о том, что юридически Советский Союз еще существует. Можете набрать, загуглить. Мы можем заткнуть этим грязным политикам их лживые рты. Мы можем навсегда прогнать их из нашего горячо любимого Отечества, предварительно изъяв у них наворованное у нас с вами имущество. Эти воры ограбили нас. Путин развязал две войны на Донбассе, в Сирии. В Сирии показывают видео, как сирийские мальчишки берут камни и прогоняют российских военных. Тоже они делают и с американцами. Я полностью солидарен с этими мальчишками. Их страну захватили враги. Они защищаются как могут. А вам бы сейчас понравилось, если бы на вашей земле ходили бы китайские солдаты, американские солдаты? Мне бы тоже не понравилось. Я бы тоже взял бы как минимум камень и попытался бы прогнать их. На Донбассе вообще происходит гражданская война. Русские убивают русских. Кто развязал эту войну? Путин. Путин. И она так и не прекращается. Он не делает ничего для того, чтобы прекратить эту войну. Либо отступить к своим границам, увести войска, а там сражаются российские военные. Либо уже провести четкую границу, сказать, что это Россия. Ну, что-то надо делать, одно из двух, или. Он не делает этого. Война ему выгодна, потому что он ненавидит русский народ. Путин. Сколько ты еще будешь издеваться над всеми народами России?
Сколько денег тебе надо, чтобы ты утолил свою неуемную жадность? Сколько крови еще должно пролиться, чтобы ты насытил свое кровавое бешенство? Друзья, я предлагаю вам прекратить это издевательство над всеми народами России. Я написал петицию на сайте Change. Предлагаю вам ознакомиться с ней и подписать ее. Петиция об отставке и отстранении от руководства страны президента РФ Владимира Путина, всего правительства РФ и всей Государственной Думы, так как они принимают антинародные законы. При таких законах жить невозможно. Я не хочу жить в такой стране, честно говоря. В этой стране, кроме кандалов и ошейников, терять нечего. Хватит молчать, хватит отсиживаться на диванах. Подписывайте петицию, мы должны объединяться. Власть в стране, согласно Конституции Российской Федерации, принадлежит всем народам Российской Федерации, а не этим грязным политикам. Подписывайте петицию, делитесь этим видео, делитесь ссылками на петицию. Объединяйтесь. До свидания.